Добрый день! Вы на канале Хобби МК, и сегодня мы с вами свяжем реалистичного колорадского жука. Начинаем вязать животик. Набираем 8 воздушных петелек. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. По цепочке из воздушных петель провязываем 7 столбиков без накида, начиная со второй петли от крючка. Воздушная петля, поворот на второй ряд. Провязываем прибавку, 5 столбиков без накида, прибавку. Всего в ряду получится 9 столбиков. Воздушная петля, поворот на третий ряд. Провязываем 4 столбика без накида, прибавка, 4 столбика без накида. Всего в ряду получается 10 столбиков. Воздушная петля, поворот. Четвертый ряд провязываем по схеме. 4 столбика без накида, прибавка, 5 столбиков без накида. Всего в ряду получается 11 столбиков. Воздушная петля, поворот. Пятый ряд провязываем без прибавок и убавок 11 столбиков в ряду. Воздушная петля, поворот. Шестой ряд провязываем по схеме. Прибавка, 10 столбиков без накида. В ряду получается 12 столбиков. Воздушная петля, поворот на седьмой ряд. Провязываем прибавку, 11 столбиков без накида. В ряду получается 13 столбиков. С 8 по 13 ряд включительно провязываем одинаково воздушная петелька на подъем на новый ряд и 13 столбиков без накида. Провязан 13 ряд. Поднимаемся на 14 ряд воздушной петелькой, поворачиваем вязание, провязываем убавку, 9 столбиков без накида, убавку. Причем при вязании поворотными рядами мы убавку делаем сквозную, то есть вытягиваем петельку из первой петли по ходу вязания, вытягиваем петельку из второй петли по ходу вязания и провязываем 3 петли с крючка за один раз. Сквозная убавочка, 9 столбиков без накида и вторая сквозная убавочка. Воздушная петля, поворот на 15 ряд. Провязываем убавку, 7 столбиков без накида, убавку. Убавки продолжаем делать сквозные. Всего в ряду у нас осталось 9 столбиков. Сейчас нам нужно остановиться, взять кусочек плотного картона и обрисовать эту детальку карандашом. Вырезаем донышко нашего жука. Пока донышко откладываем в сторонку. Дальше нам нужно сделать обвязку. Мы будем спинку и брюшко связывать между собой, и чтобы зона соединения брюшка и спинки были красивее и аккуратнее, нам нужно обязательно обвязать по кругу обе детальки. Обвязываю я столбиками без накида. Смотрите, первый прокол крючком я делаю в ту же петельку, откуда провязывался последний столбик без накида. Провязываю столбик без накида. Дальше на каждый ряд провязываем по одному столбику без накида. Вот у нас четко видно отверстие, куда провязывался последний столбик без накида, в него ввожу крючок. Мы обвязку делаем ни в коем случае не за ниточки, а за ножку последнего столбика. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Дальше у меня идет цепочка из воздушных петель. Мы начинали с вами с 7 воздушных петелек. Вот здесь в уголочке начинаем провязывать. Я сразу же ввязываю хвостик. 1, 2, 3. По центру провязываем сразу 3 столбика без накида в одну петлю. И еще 3 столбика без накида до конца цепочки. Теперь вяжем по второй стороне. Все так же по одному столбику на каждый ряд. Здесь у нас провязана следующая петелька. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Мы подошли к последнему ряду. И нам нужно завершить обвязку соединительной петелькой в первую петлю последнего ряда. Вот так выглядит животик нашего жука. Донышко жука чуть меньше этого животика, как раз на ряд обвязки. Вытягиваем петельку и обрезаем ниточку. Дальше делаем спинку. Набираем 8 воздушных петелек и по 8 воздушным петелькам, пропустив первую воздушную петлю, провязываем 7 столбиков без накида. Воздушная петля, поворот на второй ряд. Провязываем прибавку. 2 столбика без накида, 3 столбика без накида в одну петлю, два столбика без накида, прибавка. Всего в ряду получилось 11 столбиков. Поднимаемся на третий ряд воздушной петелькой, поворачиваем вязание, провязываем прибавку 10 столбиков без накида. Получается 12 столбиков в ряду. Воздушная петля, поворот на четвертый ряд. Провязываем прибавку 11 столбиков без накида. В ряду получается 13 столбиков. Воздушная петля, поворот на пятый ряд. Провязываем 6 столбиков без накида, 3 столбика без накида в одну петлю, 6 столбиков без накида. Всего в ряду получилось 15 столбиков. Воздушная петля, поворот. Шестой и седьмой ряд провязываем без прибавок и убавок по 15 столбиков в ряду. Воздушная петля, поворот на восьмой ряд. Провязываем 7 столбиков без накида, 3 столбика без накида в одну петлю, 7 столбиков без накида. В ряду получится 17 столбиков. Воздушная петля, поворот. С 9 по 13 ряд провязываем без прибавок и убавок по 17 столбиков по кругу. Не забывайте подниматься на каждый следующий ряд воздушной петелькой. Поднимаемся на 14 ряд воздушной петелькой, поворачиваем вязание. Провязываем 2 сквозные убавочки. Девять столбиков без накида, 2 сквозные убавочки.
воздушная петля, поворот на 15 ряд. Провязываем сквозную убавку, 9 столбиков без накида, сквозную убавку. Всего в ряду останется 11 столбиков. Вот так сейчас выглядит наша спинка. Дальше делаем обвязку практически так же, как мы делали это в животике. То есть первый столбик обвязки провязываем туда же, где у нас был последний убавочный столбик. Дальше по одному столбику без накида на каждый ряд. 14. По петлям воздушной цепочки провязываем 3 столбика без накида. Сразу же ввязывая хвостик. 3 столбика без накида в одну петлю. Еще 3 столбика без накида. И дальше по второй боковине спинки. Также по одному столбику на каждый ряд. Здесь у нас петелька провязана, в следующую вводим крючок и провязываем 14 столбиков без накида по рядам. Так, обвязка по бокам у нас закончилась. Мы соединительную петельку не делаем, а продолжаем вязать вот здесь сверху еще 11 столбиков без накида. Дальше мы начинаем ввязывать лапки и соединять спинку с животиком. Я ввожу крючок сначала в первый столбик обвязки на спинке. Тут же беру животик. Смотрим, вот у меня лицевая сторона животика, судя по петелькам обвязки. С изнаночной оно смотрится вот так. Прикладываю изнаночной стороной и ввожу крючок вот сюда. Столбик обвязки в уголочке. И провязываю объединяющий столбик без накида. Сразу же ввязываю хвостик. Дальше беру подготовленную нами в предыдущем мастер-классе лапку и вкладываю ее вот таким образом между половинками. Ввожу крючок в следующую петлю по ходу вязания на спинке. Стоять, не падать. И в следующую же петлю по ходу вязания на животике. Так, эта петелька провязана. Смотрим внимательно на соответствие петель. Вот сюда. И провязываем подряд 7 объединяющих столбиков. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Берем вторую лапку. Вкладываем ее в вязание. И провязываем 21 объединяющий столбик без накида, внимательно попарно соединяя петельки. Так, сейчас вытяну петельку, внимательно затяну ножку и еще объединю вот так ниточки, чтобы узелки не выскакивали
наружу из лапок. Теперь берем донышко жука и располагаем его вдоль животика, вот так подсовывая под лапки, под каркас лапок. Так. Это верхняя пара, это нижняя. Главное сейчас не запутаться. Убираем все ниточки внутрь. Так. Дальше прокладываем лапку и объединяем 7 столбиков без накида попарно. Снова прокладываем лапку от верхней пары и довязываем один столбик без накида, объединяющий животик и спинку. Так, вот что у меня сейчас получилось. Дальше вяжем вокруг оставленного отверстия. По спинке провязываем 2 убавки. Три столбика без накида, 2 убавки. Поворачиваем вязание и продолжаем вязать вокруг отверстия. Убавка, 5 столбиков без накида, убавка. Завершаем вязание соединительной петелькой, чтобы сгладить окончание ряда, и обрезаем ниточку, оставив кончик для пришивания. Вот что у меня получилось сейчас. Дальше набиваем игрушку синтепоном. Обязательно набиваем так, чтобы синтепон находился сверху, между спинкой и каркасиком. Зашиваем отверстие, попарно объединяя кромочки петель. Распределяем равномерно набивку. Вот такая часть у нас получилась. Работаем дальше над крылышками. Сначала берем желтый цвет и готовим рядышком черный цвет. Из желтой пряжи набираем 16 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Начиная со второй петли от крючка, провязываем 15 столбиков без накида. В 15 столбике меняем цвет на черный.
Обратите внимание, мы вяжем поворотными рядами, но не совсем обычным способом. Мы не делаем воздушную петельку на подъем. Это нужно для того, чтобы наши крылышки слегка изогнулись и приобретали естественную форму. У нас по бокам должно происходить стягивание полотна. Поворачиваем вязание и черной пряжей, прокладывая желтую пряжу вдоль вязания, провязываем 15 столбиков без накида. Будьте внимательны, вам нужно первый столбик четко подхватить, так как нет воздушной петли, чтобы вы его не пропустили. Я прокладываю вдоль вязания сразу и черный хвостик, и желтую пряжу. Обязательно прокладывайте, потому что желтая пряжа нам нужна будет с другой стороны. Мы провязали 15 столбиков без накида черной пряжи, 15 столбик завершаем пряжей желтого цвета. Поворачиваем вязание на третий ряд. Обратите внимание, опять воздушную петельку на подъем мы не делаем. Черную пряжу прокладываем вдоль вязания. Желтой пряжей провязываем 2 столбика без накида. 11 полустолбиков с одним накидом. И 2 столбика без накида. Во втором столбике без накида меняем цвет на черный. Поворачиваем вязание на четвертый ряд. Желтую пряжу прокладываем вдоль. Черной пряжей провязываем 15 столбиков без накида. В 15 столбике меняем цвет на желтый. Поворачиваем вязание. Теперь черную ниточку прокладываем вдоль вязания, а пятый ряд провязываем по схеме. Прибавка, столбик без накида, одиннадцать полустолбиков с одним накидом. И 2 столбика без накида. Во втором столбике меняем цвет на черный. Поворачиваем вязание. Желтую нить прокладываем вдоль вязания. Шестой ряд представляет собой 16 столбиков без накида черным цветом. В 16 столбике меняем цвет на желтый, поворачиваем вязание. Теперь черную ниточку прокладываем вдоль. Седьмой ряд провязываем по схеме. Прибавка, столбик без накида. Двенадцать полустолбиков с одним накидом. И 2 столбика без накида. Во втором столбике меняем цвет на черный. Поворачиваем вязание. Прокладываем вдоль желтую ниточку. Восьмой ряд представляет собой 17 столбиков без накида черной пряжей. В 17 столбике меняем цвет на желтый. Поворачиваем вязание, черную пряжу прокладываем вдоль. Желтой пряжей провязываем прибавка столбик без накида.
Дальше 13 полустолбиков с одним накидом. Два столбика без накида. Убираем черную проложенную ниточку и теперь вяжем поперек рядов. На каждый ряд по одному столбику. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Восемь. Поворачиваем вязание и провязываем еще раз 8 столбиков без накида желтой пряжей. Я сразу же ввязываю хвостик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот что у меня получилось. Я делаю воздушную петельку, вытягиваю ее и обрезаю ниточку. Теперь мне нужно взять каркасную проволочку. Я сразу ее обрезать не буду, я обрежу потом, когда будет понятно, сколько мне ее понадобится. Берем крылышко. Крылышки у нас обвязываются по-разному, правое и левое, но смысл тот же. Начинаем с вот этого крылышка. Это у нас будет правое крыло. Вытягиваем петельку из последней петли верха крыла. Прокладываем вдоль вязания каркасную проволочку и провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 столбиков без накида. Дальше в уголок провязываем сразу 3 столбика без накида. Нам нужно, чтобы там у нас сформировался четкий угол. И мы повернули вязание на 90 градусов. Так, теперь поперек рядов на каждый ряд провязываем по одному столбику. Так, в желтый уже провязано, в черный 1, в желтый 2, в черный 3, в желтый 4, черный 5. Теперь на желтом и черном делаем убавку. Раз петелька, два петелька, провязываем вместе. Теперь по желтому вяжем еще одну убавочку. Раз петелька, 2 петелька, убавка. И по еще одной грани крыла провязываем 15 столбиков без накида. Обрезаем каркасную проволочку. Я делаю воздушную петельку и обрезаю черную пряжу, оставив кончик для пришивания. Очень аккуратненько разравниваем крыло. Равнять его нужно по фигурке. И здесь нам нужно будет кончики слегка укоротить и подогнуть, чтобы нам удобно было это крылышко вставлять.
Вот так выглядит первое крылышко. Второе крылышко вяжем абсолютно так же, но ряд обвязки мы будем вязать в другую сторону, поэтому повторите ряды, и потом я вам покажу, как делать обвязку для левого крылышка. Связано второе такое же крылышко, но обвязку мы будем делать несколько иным образом. Сейчас прокладываем черную ниточку вдоль вязания и поперек рядов провязываем 8 столбиков без накида с желтой пряжей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Воздушная петля, поворот. Теперь черную пряжу оставляем, а желтой пряжей провязываем еще ряд 8 столбиков без накида. Воздушная петля, обрезаем ниточку. Так, вот этот кончик ниточки уже ввязанный, нужно обрезать. Так, смотрим на крылышко. Теперь нам нужно выполнить обвязку по периметру. Я вытягиваю петельку из уголка, делаю воздушную петлю и с прокладыванием каркаса из медной проволочки провязываю ряд обвязки. 13 черных столбиков без накида, 3 убавки сквозным способом. Теперь поворачиваем, прокладываемую проволочку, делаем убавку на поперечных рядах. Таким образом мы формируем округление на крылышке. Поперечными рядами провязываем 5 столбиков без накида. В кончик провязываем сразу 3 столбика без накида, чтобы нас развернуло на 90 градусов. И у нас тут сформировался острый кончик. Так. Складываем проволочку и довязываем 18 столбиков без накида. Делаю воздушную петлю, вытягиваю ниточку, обрезаю, оставив хвостик для пришивания. Так, берем фигурку нашего жука. Здесь у нас попка, чуть-чуть отгибаем лапки и берем наши крылышки. Вот эта длинная часть крыла, вот этот вот кончик нам нужно воткнуть вот тут над рядом, который мы сшивали, по центру, ближе к серединке. Так, первое, смотрим, где у нас располагается, вот сюда в край. Вставляем второй кончик и складываем крылышко. Оно должно хорошенечко лечь вокруг фигурки. Вот так. Вставляем точно так же второе крылышко. Центральную вставляем туда же, в то же отверстие. И здесь над лапкой. Так. Складываем крылышко по фигурке. Теперь вот этими свободными кончиками пришиваем крылышки вот по этой линии. К
крылышки зафиксированы, потом будем их расправлять. Пока мы добились только их хорошей прилегаемости. Так. Сейчас нам нужно будет связать голову жука. Берем оранжевую пряжу, набираем 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Начиная со второй петли от крючка, провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. В следующую петельку провязываем сразу 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Нас развернуло на вторую сторону цепочки. По второй стороне провязываем 3 столбика без накида и прибавку. По кругу получилось 12 столбиков без накида. Дальше берем подготовленный нами усик. Здесь хвостик можно обрезать, он вязался достаточно. И просто вставляем усик вот сюда. Я вот так его сгибаю. Вот следующая петелька. Я просто продолжаю вязать. Усик просто проложила в вязание. Провязываем прибавка. 4 столбика без накида. Прибавка. Вторую часть усика также прокладываем просто в вязание. Вот так. Раз. Так, эта петелька провязана. Значит, надо ввести крючок вот сюда. Вот видите? Как лежит усик внутри. Провязываем точно так же. Прибавка 4 столбика без накида. Прибавка. В конце второго ряда у нас по кругу получилось 16 столбиков. Третий ряд провязываем без прибавок и убавок. Я вот так сгибаю усики, чтобы они мне не мешали вязать. Всего 16 столбиков без накида по кругу. Вот что пока получается. Четвертый ряд провязываем только за заднюю кромку петли. Делаем 2 прибавки. 5 столбиков без накида. Все так же, провязывая только за заднюю кромку петли, вяжем 3 прибавки, 5 столбиков без накида, прибавка. Всего по кругу получилось 22 столбика. Ряд оставленных передних стеночек сформировал вот такую красивую окантовку маленькой части головы. Дальше нам нужно будет вставлять лапки. Провязываем уже дальше следующий ряд за обе кромки петли. Вот я вставила в следующую петельку крючок. Провязываем прибавку. Вставляем подготовленную нами ранее лапку. Надо аккуратненько. Крючок вставляем в следующую петельку. Так. Провязываем прибавка, 10 столбиков без накида, прибавка. Разворачиваем вторую лапку, вставляем. Так. Находим следующую петельку, эта петля провязана. Здесь вставлена лапка, вставляем вот сюда крючочек,
Есть. Дальше провязываем прибавка 8 столбиков без накида. Всего по кругу у нас 26 столбиков. Шестой ряд провязываем 9 столбиков без накида, 3 столбика без накида в одну петлю. Проследите, чтобы эти 3 столбика в одну петлю были ровно по центру головы. Если у вас не получается по центру головы, вы можете распустить или наоборот довязать нужный вам столбик. Так, мне по всей видимости нужно один был распустить. Значит, сюда еще 2 столбика. Так, все ровно по центру головы. Так, это у нас 3 столбика в одну петлю и еще 16 столбиков без накида. По кругу получится 28 петель. Вот что пока получилось. Седьмой ряд провязываем по схеме. 2 столбика без накида, прибавка. Столбиков без накида, 3 столбика в одну петлю, 7 столбиков без накида, 9 столбиков прибавку, 9 столбиков без накида. Всего по кругу у нас получилось 32 столбика. Восьмой ряд провязываем по схеме. 3 убавки подряд. 1, убавка номер 2, убавка номер 3. Дальше 6 столбиков без накида, 3 столбика без накида в одну петлю, 6 столбиков без накида. Дальше провязываем 3 убавки подряд и 7 столбиков без накида до конца ряда. Всего по кругу у нас останется 28 столбиков. Обрезаем ниточку, оставив кончик для пришивания. Вот так выглядит голова. Берем наше подготовленное тельце. Прикладываем голову, и я воспользуюсь булавочками. Так, складываем четко пополам. Эту половиночку подкалываем вот сюда, возле лапки. Вторую половиночку подкалываем возле второй лапки. Берем вот этот острый треугольничек и подкалываем немножко, наложив его на поверхность крылышек. Вот так. При пришивании я делаю один стежочек по телу и подхватываю обе кромки петли по голове. Внимательно смотрю, куда вводить иголочку. Делаю стежочек по телу. И нанизываю на иголочку обе кромки петли по голове. Тогда у нас шов будет максимально аккуратный. Сколько свободных кромок петель, столько стежков мы должны сделать при пришивании. Голова пришивается по границе желтого цвета на крылышках. Так, теперь чуть-чуть останавливаемся. Через это оставшееся отверстие набиваем голову синтифоном.
нам осталось только расправить лапки, аккуратно сложить крылышки. Придаем им форму благодаря каркасу, округлую, смыкаем их сверху. Вот такие колорадские жуки у меня получились. Если вам понравился этот мастер-класс, не забудьте поставить лайк и проверить, оформлена ли у вас подписка на мой канал. Всем большое спасибо за внимание, до новых встреч!